Уважаемые, любимые, долгожданные туристы, хочу пригласить вас на наш замечательный, совершенно новый тур, который откроет небольшую завесу современности и истории Белгородской области. Показать Старооскол купечески, показать, как работали, жили наши купцы в конце 19 века, в начале 20-го. Ведь сохранилось много у нас зданий, где они жили, много воспоминаний, даже портреты. В общем, очень интересный, ценный, на мой взгляд, как историка материал. Без легкой промышленности, в основе которой была как раз деятельность староскольских купцов, не было бы нашего города, не было бы тяжелой промышленности, не было бы сегодняшнего дня Старого Оскола. Посещение металлургического комбината оставило неизгладимое впечатление. Размах, мощь – это что-то невероятное. Мы, как говорится, утомлены, но довольны. Набрались впечатлений. Это очень интересно, и я бы порекомендовал молодому поколению. Есть очень много профессий, которые просто они не понимают, насколько они интересны, насколько они важны. Сейчас мы находимся в Холках. Это, конечно, одно из умиротворяющих мест этого района. Вносит такое одухотворение в наш весь интенсивный маршрут. Все настолько на высшем уровне в плане подачи материала, безопасности в первую очередь. Очень вкусное питание, кормят, можно сказать, до отвала. Всем надо сюда ехать. Это те места, в которых можно хорошо жить. Спасибо большое за теплый прием. Приглашаю вас в тур «За семью печатями».